монолит усиленный. У него корпуса замков остаются те же. Это нижний SL612D, верхний 678G цилиндровый редукторный с блокировкой. Только изменен цилиндр. Цилиндр здесь идет Такос Pro. Цилиндр дискового типа, цилиндр, у которого принцип действия очень схож с топовым цилиндром Abloy Protect 2, но только с меньшим количеством дисков. Естественно, у Abloy Protect 2 этих количество дисков больше, естественно, они тоньше, то есть плотнее, все это как бы сложнее подбирать отмычками. Но огромное преимущество именно дисковых цилиндров, это в том, что у них нет пружин, такой цилиндровый механизм, самая прессионная отмычка, открыть не получится.